Привет! И сегодня суббота и субботний Happy Wheels. Начинаем со Sword True. Кидать мечи, насколько я помню. Ой, что-то я не то, по-моему, кинул. Так, вспомни, как на пробел, да, кидать? Тут, кстати, не просто люди, а какие-то он... Этот из Майнкрафта кто-то там... Старикан мелкий. Дедка надо убить. Ой, как я его так... Так, остался он того этого. Блин. Давай последним мечом. Да. А где победа? Какая-то странная... А, click to win. Странная немного победа. Опять кидать мечи у нас. Только что-то на этот раз ультимейт. Ого. Такой первый раз, кстати, вижу. Что... Что это за хрень там? А, это такие мечи, ничего себе. Блин, какие-то они неудобные. Не, они прикольные, но неудобные, нифига. Блин, как их взять? Опа. Что-то, по-моему, мечей как-то маловато. Тут что-то нажать можно или что это? Погодите, может нажать что-то можно? Робот. Вот что-то... Так, стоп. Тут уровень вообще офигенный. Так, Z, что это? Как-то не помню, погодите. Клик. Что делать-то? Как-то я не пойму, что и делать надо. А, может руками взять, типа? Не? Ну-ка, пойди, отпусти, отпусти. Давай. Да отпусти ты свои руки. Ну-ка. Не, чуть я не знаю, как она работает. Так, стоп, стоп, стоп. Надо назад. Рестарт. Тут, оказывается, всякие хрени есть, которые помогут. Ай, тихо, не умри. Да чтоб тебе. Надо, короче, мечи сейчас просто повыкидывать по фасту. Так. Давайте просто покидаем их отсюда. Так, пистолет давайте возьмем. Ух, ни хрена себе. На. Санта, как его, на пони. Во, вот этот пистолет. Пистолет раздает. Вот это я понимаю. А что там бесконечные, что ли? Так, мелкую давай. Ух ты, пес для присел. Они, по-моему, реально бесконечные. Сколько их? Да реально не кончаются вроде. Или это такая большая вот крутилка? А, не, вот кончается уже. А, можно прямо вот так стрелять. Click to win. Так, вот, погодите, мы еще тут не все посмотрели. Ну-ка, давайте опять мечи повыкидываем. Отсюда. Не будем на этот раз убивать, просто посмотрим все, что тут есть. Ну, 7 мечей, 10 мечей, это понятно. РПГ. Базука, я думал, это... Типа игры такие РПГ. А чё, все? Одна штука только? Очень неинтересно. Так, ладно, что у нас там дальше? Летающие мечи. А чё? Чё это было? Как-то они непонятны. Жаль, их не видно. Ладно, это чё? Какой-то пистолет? А, нет. Это трезубец, да, был. Ух, ни хрена себе, вот я понимаю оружие. Ну-ка, это чё? Чё, где есть? Так, и осталось чё? Вот это чё? А, это, наверное, к победе, когда мы всех убиваем. Ну, давайте 10 мечей и 7 мечей. Так, ну ладно, там какой-то меч непонятный был. Так, ладно, давайте следующий уровень. Вот тут всё посмотрели. Bottle Flip Pro. Так, давайте вот этого. Сегодня прям выпуск каких-то киданий. Или что-то такое. Ух, нифига. MLG, это чё? Я просто не знаю. Ну, как-то он стоит не очень. Ну-ка, если на хард попробовать кинуть.
Блин. Это, наверное, самый конец, не? Так, ну, пока прыгают. Блин, хрено то, что они все ломаются. Ну давай уже упади куда-нибудь. По-моему, это будет без... А, не... Гуд. Нормас. Так, давайте еще раз покидаем. Реально он как-то тут сидит неудобно. Как там вообще назад кинуть? Это реально нет. Impossible, он там есть даже. Да блин, возьми ты эту бутылку. Опа, одну поставили, вот лол. Да туда, по-моему, я не знаю, как назад закинуть. Вот у нас, в принципе, две... Опа! Две бутылки, это же вообще чётенько. Так, давайте дальше. Что-то там со стеклами. Опять ломать стекла, да? По-моему, у нас ни один выпуск не обходится без ломания этих стекол. И они почему-то все эти уровни одинаковые, абсолютно. Так, опять такое толстое стекло. Сейчас надо на заднем проехать. Во! Мы уже знаем, как ломать эти стекла. Блин, у меня от этого зеленого фона уже глаза все разъелись. Надо поскорее этот уровень пройти. У меня, когда я прохожу эти уровни, мне подкидает ощущение, что я уже его проходил, даже если они разные. Просто, блин, тут, ну, как бы принцип у них один и тот же. Ну, мелкий, уйди, не мешай мне. По-моему, я его реально проходил. Или, я не пойму, они одни и те же делают или что? Потому что, ну, правда, вот прям точь-в-точь повторяется, как, я не знаю, в первом или в каком, во втором был выпуске. Вот это только, по-моему, отличается, где 30 бутылок, там вроде что-то другое было. А, нет, вот этого не было, пиксельного арта. Что, это Марио? Да, это Марио вроде. Ты чё? Ты чё Марио сломал? Блин, я хотел остановиться посмотреть на него. Не, мы все-таки этот не проходили, но он очень похож на прошлый. Роб Свинг, это падать вниз, да, по-моему? А, ну в каком-то смысле падать, да. Ну. Блин, я вот эти уровни вообще, это не моё. Я не понимаю, как их проходить. Тут слишком неудобно. Блин, теперь это начало ждать, и надо... Да. И надо еще ждать определенный момент. Почему нельзя сразу... Вот начался уровень, и ты уже прям... Можешь нажать там, начать. Да как у тебя зацепиться? Ну-ка, как? Давай вот так руки. Так, хватит зацепиться. Во. Во, отпускай. Ой, что-то я сильно нажал. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо! Так, жив, нет? Вроде жив. Да зацепись ты! Давай. Ну почему он до финиша-то не дошел, я не понимаю. Блин, давайте еще раз попробуем. Ну мы уже, в принципе, финиш вроде как видели. Но все равно я хочу пройти эти уровни. Надо тренировать их. Надо прям какой-то непонятный уровень. Так, отцепись. Сложись нормально. Тихо. Тихо. Так, назад поедем. Я держусь. Все, отпускай. Все. Пойдет. Так, планета против зомби. У нас уже в прошлом выпуске, по-моему, был. Да? Это он. Ну да, это этот же уровень. Я думаю, тогда нам смысла его нет проходить, да? Да, это тот же самый уровень. Он у нас уже был. Мини Don't Move, ну-ка. У нас, кстати, еще не было Don't Move, это хорошо. Точнее, это не хорошо. А то сейчас посмотрим. Надеюсь, он нормально работает. А, ну да, мы же за неделю смотрим, тогда будет работать. Ну, пока прикольно так идет. Я вообще люблю Don't Move. Ничего не надо делать, просто сидишь, смотришь, как чувак что-то там прыгает, падает. Так должно быть, да? Или нет? Или да? Ну да, он, наверное, сейчас на это... Ну, да. Опа! На кишочках полетел. Красота! Как он так не разрывается? Да это кровище. Вот это типа победа. Ну да, типа победа. Мы как бы дошли. Здорово, Дима. Это, походу, уровень этому Дмитрию Куплинову. Опять бутылфлип. Я говорю, сегодня у нас прям уровни
киданий каких-то, что-то такое. Impossible good. А что это за красная хрень? Что это? Ну-ка. Может нажать? А, да, он бутылки дадут еще. Так, ну давайте хотя бы как-нибудь нормально там, не знаю, поставим. В Impossible... Блин. Вот в Impossible бы попасть, это было бы вообще топово. Тут надо, короче, чем выше кидаешь, тем лучше их. Тут неудобно кидать. Почему здесь нету никакого этого звания? Блин, ну что-то не залетело. Так, надо как-то раскачаться. Да. И раз, и два, и три. Ой, как хорошо летело. Раз, да. В смысле? Ты зачем бутылку разбил? Ладно, давайте последний раз попробуем. Не, что-то как-то не очень летит. О, куда-то залетело. Асамброс, что это такое? Ты чё так бутылку потерял, а? Ну, чё-то как-то хреново. Лови её. Вот, ух ты, тихо. Ни хрена себе. Опа, опа. Здесь две, здесь две. Ну вот кто еще так может, а? Ну топово же получилось. Так, ладно, давай дальше. Расти... Ну, это, по-моему... А, фиксит. А у нас какая была? У нас этот уровень был. Но у нас, по-моему, не фиксит был, да? Или чё? Или как? Я просто чуть не помню. Чё делать-то? Чё делать? И это фиксит называется? У меня чувак просто поломался на месте. Я просто реально не помню... У нас этот уровень точно был, но я не помню, фиксит там или не фиксит. Мы его вроде прошли. А вот этого я что-то, кстати, пушку не помню. Короче, ладно. Почему-то, мне кажется, мы его проходили. Rope Swing Challenge. Это опять по веревкам. Ой, ты чё так сразу? Ну, здесь хотя бы не ждать. Ух, нифига. Блин, ну это почти с первого раза. Кто же знал, что там... Тут неудобно, надо и мышку нажать, блин, и успеть руки вытащить. Тут прям... Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, без ноги, конечно. Но до финиша дошли. Какая разница, есть там нога или нет? Главное финиш, главное победа. Чё это? Чё за хрень? Чё это за тетрис? Так, 6 монеток, монстр. Это чё такое? Стоп. Это типа... Чё-то я не догоню. В чем смысл этого уровня? Типа нас везде будут обманывать, да? Типа мы будем идти вперед, нам будут говорить назад. Так как нам назад-то за... Блин, а как назад запрыгнуть? Так, стоп. Ну-ка. Опа, хорош, хорош. Опа, стой, куда поехал? Блин. Зря сейчас прыжок нажал, да? А, может так должно быть? Да блин, хватит оттуда падать. Так, надо на Ctrl сейчас нажать, чтобы далеко прыгнуть. Так, давай. Оп. Да почему ты так прыгаешь, да? Да, переворачивайся. Перевернись ты уже. Хорошо, что хоть тут можно не прыгать, а так. Во, давай, 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 хорош. Мне кажется, сейчас чё, да, тихо, 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 тихо. Стоп, стой, стой. Мне кажется, сейчас тут что-то отвалится. Ух, что за тварь? Это что было? Блин! Нет. Ну в смысле? Я что-то не увидел, что там это. Блин, теперь все заново там прыгать. Ну ладно, в принципе, мы недалеко ушли. Но уровень выглядит красиво, мне нравится. Вот эти кубики какие-то непонятные, прозрачные. Чем-то напоминает тетрис. Так, ну-ка давай. Сейчас нам главное успеть вовремя прыгнуть. Ой, ха, вот это вот скилл ухарен. Да-да-да. Кстати, он нас может убить, не? То главное сейчас не сильно прыгнуть. Ненавижу прыгать, неудобно.
Так, давай по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ладно, давайте перевернемся. Как-нибудь. Так, тихо. Опа. Опа, чуть назад, назад. Стоп, стоп, стоим, стоим. Control. Прыжочек. Ах ты, ты чтоб тебя. Ну вот как он голову-то сломал. Блин. Ну почему он свою тупую голову ломает, а? Блин, если бы я его не крутил бы, он бы тогда не допрыгнул. Да давай, залази уже. Можно попробовать, конечно, на этого упыря прыгнуть на черного. Убьет он нас или нет. Но думаю, мы не успеем до него допрыгнуть. Он, скорее всего, просто как типа скример. А, страшно. Только не упадем. Ну да, мы, наверное, не успеем до него. Хотя, если зеленый стоит прыгать, может, успеем. Так, да, подпрыгнуть чуть туда. Еще, 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 еще чуть. Осторожно, еще. Еще можно? Еще, еще. Все, стоп, стоп, стоп. Прыгай. Так, только не головой, не ломаю. Тихо. Тихо, тихо. Что тут еще сейчас отвалится? Сейчас по-любому что-нибудь отвалится. Опа, ключ какой-то. В смысле? Твою. Как так-то? Как? Я... Так откуда я знал, что эта хрень поедет? Он теперь без ног, он теперь туда не доходит. Ну все, ясно. Ладно, этот уровень нас победил. Мы ничего не можем противопоставить. Ох ты, ё-моё, как все красно. Сейчас сдохну. Ну, давай. Минка, минка. Плохая минка, очень. Блин, как глаза-то болят. То зеленый. Ой, зря это сделал. А может и не зря. Я победил. Ну, как получилось. Нам не говорили, что нам надо... Опа, опять кидай. Нам не говорили, что надо дойти до финиша живым. Так сколько ты мечей кидаешь? Ой, кот попал. Так, 4 мяча, да, осталось? Опа. Опа. Тихо, сам не себя не убей. Блин, вот эту верхнюю... А, не, все нормально, все. Ну вот, уже наловчились, уже легко. Покемон файт. Опа, интересненько, что у нас тут будет. Я надеюсь, тут надо... А. Кстати, это прикольно. Я тут думал, типа, мы будем нажимать, может, на кнопочки. А, тут уже написаны их имена, да? Это чё хрень... А, я думал, оно постоянно вот там. Что-то они как-то не сильно... Пикачу какой-то. А, вот этот Пикачу, я думал... Ни хрена себе Пикачу. Пикачу, чё за дела? Ну-ка, Бульбасайр. Какой-то... Ты чё, Бульбасайр? Ты чё меня убил? Ну-ка, сейчас мы этого Бульбасайру... Ну, ты чё моего мелкого пацана звали, а? Да отпусти ты меня, Бульбасайр. Сквиртл... Ну, Сквиртла я знаю, я слышал. Ну, какой-то такой... Я хотел сказать, он бесполезный, но он меня убил. Чё-то меня все убивает. Бульбасайры эти... Пикачу, теперь еще и этот убил, как его там. Сквиртл, Сквиртл, пожалуйста, не бей меня. Так, надо этого Пикачу попробовать. А, я про тебя забыл. Ты кто? А, Чармандера, это тоже я слышал. Так, ну-ка, Пикачу, уйди. Уйди, Пикачу, уйди. Тупой Пикачу, а. Ну вот, если не Пикачу меня убьет, то я сам себя убью. Да в смысле? Бульбасар, чё за дела? Как ты меня так убил? Как он меня достал? Ну-ка, вот этот самый, по-моему, бесполезный. А, нет, следующий будет бесполезный. Вот всегда, когда говоришь бесполезный, он тебя убивает. Так всегда. Тихо, голову не сверни сам себе, пожалуйста. Все, наконец. Такой легкий уровень проходили 2 часа. О, опять Sword True. Опять Sword True. Опа. Чё-то улетит. Ну-ка, отпусти. А, нам надо... Да нахрена ты столько ми...
хрена он столько ми... Так, себя-то не убей. Зачем он столько мечей этих берет? Короче, вон он, пацан мелкий. Там написано «Победа». Нам, короче, надо его освободить. Вот нахрена они мне падают эти... Хотя, в принципе, их можно покидать. Короче, что-то пошло не так. Раз. Минус дед. Давай бабку. Опа, опа. Минус бабка. И... Блин, а чё он не упал? Он в того будет? Джастина Бибера очень сложно убить. Это какой-то постаревший седой Джастин Бибер. Тупая ты бабка. А, не, у нас мечи еще есть. Да они, блин, падают как-то неудобно. И чё, все потерял мечи. Они вон сплелись вместе на ножницы, похоже. Ну, все потерял. Во, хорош. Так, осталось мелко убить. Это будет очень сложно. Будет очень сложно взять этот меч, потому что ни хрена не берется. Ну, ну. Алло, алло. Раз. Раз, короче, бесполезно. Там что-то внизу этих чувачков рубят чем-то. Ой, хотел назад кинуть в пацана. Я забыл, что его еще надо открыть. Так, кидаем мечи по фасту. Давай, Джастин. Нет! Ты живой, не? Не, сдох. Так, кто у нас хороший парень? Это я не знаю, это бабка. О, одним мечом двоих. И это, я не знаю, какой-то дед. Джастин Бибер. Блин, ну... Бесполезные мечи, как ножницы. Ну все, мы это... Уже ничего не делаем, у нас один меч. Да надо пройти этот тупой легкий уровень. Вот одним мечом двоих. Ну просто вот эти мечи... О, в первый раз наконец-то они прилетели нормально. Но мы теперь до Джастина Бибера не докинем, да? Да тупые ножницы. Ну зачем ты по 10 мечей берешь? А, бесит. Ну вот одним мечом двоих забираем, это же охрененно. Почему нельзя докинуть до Бибера сразу? Почему нельзя нормальные мечи? Почему мне ножницы дают? Нормально возьми. Тихо. Блин, нет. Стоп. Подвинь их. Опа, ну-ка. Да в смысле? Ни хрена себе, как он ручкой по голове. Все, мне хана. Дай меч. Фух. Блин. Давай, мелкого, пожалуйста. Так, ладно, меч. Последний меч остался. Да в смысле? Почему этого мелкого так поставили неудобно? Нет, этот уровень уже начинает подбежать. Мы же... тренировались на этих мечах. Мы же и бабку убили, и Бибера убили, и старика, и толстого старика. Вот Бибера даже сейчас убили. Вот что творю. Давай, мелкого. Да! Наконец-то. Вот так бы давно взяли просто и всем давали. Пога Fight Hard. Опять скучные Пога Fight. И опять красное все. Опа, Джастин Бибер, привет. Пога-файты, по-моему, бесполезные уровни. Вот так вот и повесили нас. За то, что мы обозвали пога-файты бесполезными уровнями. Они реально скучненькие. Так, тихо. Тут редко, когда что-то бывает интересное. Да в смысле? Тихо. Опять ты в жопу себе что-то зацепил. Уйди. Тихо. Уйди. Уйди, лысый. Точнее, не лысый, а какой-то там. Рыжий, не знаю, кто ты. Так, надо на контр, да, тут жать? Так, у него секира. Блин, как неудобно теперь на этом дохлом трупаке прыгать. О, наконец-то место освободилось. Так, секиру, только не в голову мне. Нет! Блин, так, ладно. В жопу это не страшно. Уйди. Да отпусти ты его. Отпусти ты меня, дай мне прыгнуть. Тихо, головой, главное, не упади. Ты можешь свою жопу оторвать от этой секиры? Надо как-то подвинуть, ну-ка, двигайся. Так, не надо мне.
Дуди, ты, пожалуйста, уже достал. Так, ладно, стой. Да отпусти ты мою эту прыгалку. Как он меня бесит. Отпусти секиру. Дай мне выпрыгнуть отсюда. Теперь тут нереально прыгнуть, тут одни трупаки валяются. Да я выпрыгну, пожалуйста. О, что-то получилось. Так, назад, назад крутимся. Ну я верю в то, что все-таки мы сможем вылезти. Ну давай. Ну отпустишь ты меня. Ну наконец. Кто меня за язык тянул? Все меня бесит. Последний раз не проходим, значит не проходим. Ненавижу эту уровень, у меня уже глаза от него болят. Так, мелкий, уйди. Ну-ка, дедок, сдохни. Короче, минус дед. Тихо. Давай в этого. Тихо, тихо. Не падаем туда, я не хочу туда падать. Мы сможем, интересно, на столбик прыгнуть? Нет, только не... Тихо, 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 тихо. Нормально, нормально. Опа. Мы этот уровень случайно не видели, потому что мне вот этот дедок очень знаком. Отпустил свои прыгалки. Ах ты твою. Ладно, мы финиш увидели, и на том спасибо. Get in the box 2. Чё это такое? Ну-ка. Так, хвататься на пробел. Так-то это сложно, чё-то, по-моему. Так, пойдите, надо посмотреть. Мне, короче, надо вон ту хрень попасть. Как мне в неё попасть? Ну-ка. Перекинь ноги, перекинь ноги. Вот, перекинь, перекинь себя. Что? Ну зачем ты так перекидываешь? Ну нормально, ничего не... Ох, бесполезный чувачок. Вот, сюда, тихо. Ну почему ты не зацепился? Почему он так сразу вниз падает? Так, тихо, давай. Куда-нибудь ползи, вперед, назад, куда получится. Все, вот я схватился. Давай, Вот почему я сейчас отпущу, и он упадет, да? Ладно, давайте. Что это? А что, как вентилятор работает? Так, потихоньку. Да в смысле, я еле отпускал. Ну как так? Короче, ну ладно, я в принципе. Так, чувак, тихо. 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 Во, ноги, ноги, закинь, ноги. Отпускай. Та-та-дам! Ура, мы прошли уровень. Ну, в принципе, так легкий уровень, да, был. Ну, почти с, ну, не с первого, да, ну со второго раза. Ну, прошли, в принципе. Вы слышали эту топовую песню куда-то? Та-та-дам! Такая всегда на победных уровнях, да, когда мы побеждаем. Ты что-то не прыгаешь. Опять погафайты эти. Почему он постоянно себе куда-то в жопу, в спину, в голову? Ладно. Так, только на мелком, пожалуйста, не подыхай. Вот, давай, во, секиру. Ой. Чувак, ты в курсах, что не время со своим старым добрым другом обниматься? Мы как бы тут уровень проходим. Зачем ты обнял дедка своего? Ну, давай. Как он мог голову... Как? Как он мог голову вот об эту хрень сломать, и она осталась здесь? Как дед мог сюда упасть, и на нас упала секира, и просто вошла в нас? Как? Как это возможно? Я просто не понимаю. Вот как? Вот, может, ты мне скажешь, нет? Ты знаешь, нет? Я не знаю. Ну, почему он так прыгает-то плохо, я не пойму. Так, ладно, давай. Все, дед, уйди. Не мешай мне. Ну почему ты с него спрыгиваешь-то? Как он меня бесит. Тупые эти пугафайты. Отпусти, дед. Он зубами вцепился в жопу мою. Отпусти, дедок. Ну что он творит, а? Ну-ка, дед, уйди, пожалуйста. Ну-ка, дед, щит, 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 дед, ты мой щит.
Ну-ка, дедок, уйди, пожалуйста. Ты был мне очень хорошим другом щитом. Теперь, пожалуйста, уйди. Давай. Что-то получается пролазить потихоньку. Ну-ка, давай, давай, почти вылезли. Нас вот этот чувак здесь... Ладно, ну нафиг. Бесполезный уровень. Ненавижу пуга... Опять пугафай, да что ж такое? Мега, ну, бог, вот это... А что там сзади, ну-ка? Там что-то сзади было. Может, там как-то можно попасть? А почему пугафайт без бойцов? О, тихо-тихо-тихо-тихо, стой-стой. Сели. Прыжок. Только голову... Ну почему он ломает голову? Почему он постоянно ломает голову об край? Почему? Ну это же нереально. Давайте попробуем назад запрыгнуть. Мне кажется, какая-то подстава. Нам как раз... Ну-ка, попробуй назад. Я не знаю, получится у нас назад запрыгнуть. Так, тихо. Ну, почему-то... Ладно, хрен с ним. Потом попробуем назад. Только голову не ломай, вот как в тот раз. Будем прыгать по дну, не спеша. Зачем нам прыгать наверх, там, на перекладину, а потом с перекладины еще. О, аж две перепрыгнул. Опа, арбуз какой-то. Че ты назад-то прыгаешь, а? Не надо назад прыгать. Ну-ка. Опа. Опа. Да почему он врезается? Ладно, надо, по-моему, вот отсюда прыгать. Опа. Да что тебе? Мы теперь отсюда никогда, наверное, не вылезем. Во, хорош. Но мы до тут теперь точно допрыгнем. Там надо на перекладину на эту. Да, там надо запрыгнуть на эту. Нам надо назад как-то. А может он зубами как-нибудь там все-таки зацепится за краешек? Давай. Ну что тебе? Ладно, давайте назад как-то попробуем. Ой, тихо, тихо, тихо. Хорош, хорош. Стой, 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 стой. Не падай, не падай, не падай. Не падай. Ну зачем ты упал? Ох, слишком долгий уровень. Слишком. Слишком сложный. И однообразный уровень. Так, давай назад. Тихо, тихо, тихо. Стоим, стоим, стоим. Стоим. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Тихо. Я уже вижу финиш, наконец-то. А мы теперь отсюда ни хрена не вылезем. Нам надо было две, да, сразу прыгать? Ну да, мы походу две были. Надо было две прыгать. Ладно. Ну мы увидели финиш, я просто тоже не допрыгну. Там надо было... с вот этой предпоследней платформы прыгать на последнюю. Ладно, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, на меня ВКонтакте, на YouTube канал. И всем до встречи. Всем пока.